Приветствую вас, друзья! Меня зовут Шевченко Александр, и это канал Академии Счастья. Сегодня очень важная тема – зачем нужен духовный рост? Потому что как раз я занимаюсь духовным ростом, и я знаю, что он очень важен, потому что когда мы духовно растем, то раскрываются наши способности. Мы чувствуем себя гораздо эффективнее и лучше по жизни. То есть духовный рост – это не какая-то эфемерная такая вещь, которая непонятно куда ведет. Это вполне четкие и конкретные вещи. То есть, когда происходит он, то мы чувствуем, что мы раскрываемся, то есть становимся больше, наше пространство очищается. И духовный рост, он представляет что собой? Мы становимся как бы чище, мы становимся более осознаннее. То есть, мы чувствуем, что вот те вещи, которые на нас влияли в прошлом, они как бы отпадают, то есть, они перестают оказывать свое негативное влияние. Духовный рост еще связан с тем, что происходит открытость. То есть открытость чему? Открытость взаимосвязям с другими людьми, с собой, со Вселенной. Потому что когда человек закрыт, он не может изменяться. Вы наверняка видели людей, которые говорят, нам ничего не поможет, это все фигня, это развод, это вообще никакого отношения к нам не имеет. Мы это уже все давно прошли и знаем о том, что это не помогает. И я встречал таких людей. Соответственно, я им не доказываю о том, что им это поможет, или о том, что им нужно чем-то заниматься для улучшения состояния. Нет, в этом нет никакой необходимости. Самое главное, когда вы сами чувствуете, что вы хотите духовно расти, увеличивать свою осознанность, двигаться куда-то, вот тогда я могу помочь, то есть направить, показать путь и провести по этому пути. Тогда происходит взаимодействие, потому что если человек не чувствует, что ему-то надо, если он чувствует, что это все, мимо него, то вообще о чем тут речь? То есть зачем нам все это, если это ни о чем? То есть получается, это взаимодействие. И когда, например, люди находятся в паре, в отношениях, да, они тоже помогают друг другу духовно расти, когда они открыты, когда они идут навстречу друг другу. То есть в этом и есть, по сути, состояние любви. Когда мы не влюбляемся и не удерживаем друг друга рядом с собой, а когда мы можем помогать друг другу идти, открываться, идти глубже, идти дальше. Вот о чем я говорю. Поэтому духовный рост – это такая вещь, которая ведет нас по жизни. Мы чувствуем, что это, для чего, как это. Мы чувствуем вот эту наполненность и счастье. Поэтому наша цель, вот я говорю сейчас о цели своей и Академии Счастья, которую я создал, это сделать так, чтобы каждый человек мог улучшать свое состояние. И тогда мы, как человечество, будем добиваться гораздо большего, то есть мы будем достигать большего. Потому что когда наши мысли чистые, когда наш разум чистый, когда мы можем применять свои способности, то что мы делаем? Мы не конфликтуем с друг другом. Вот. У нас нет вот этой разделенности, а мы, наоборот, объединяемся. То есть и поэтому также духовный рост – это о целостности. То есть что такое целостность? Это когда внутри не разделен, когда не делишь на хорошее, плохое, да. То есть ты можешь различать, конечно же, их, но здесь нету борьбы, сопротивления, нету вот такой навязчивости, а есть эффективные действия. То есть что такое эффективные действия? Это когда можешь быть лицом к лицу с чем-то, что ты называешь злом или чем-то плохим, и справляться с этим. То есть делать так, чтобы это исчезало. И вот многие уже проводили эти опыты. Если, например, в отношении какого-то человека там, посылать любовь в его пространство, там, молиться, как делают люди верующие, или делать еще какие-то действия, которые направляют в его пространство больше энергии, больше любви, то этот человек начинает быстрее гораздо улучшать свое состояние и исцеляться. А если делать наоборот, направлять в пространство человека негативные эмоции, то, конечно же, его состояние будет ухудшаться, он будет увядать. Таких примеров очень много. И вы можете прочитать о них в интернете, такие опыты проводились, что мы как единое целое, мы влияем друг на друга. И вы наверняка чувствовали, например, когда кто-то о вас думает плохо, или кто-то думает о вас хорошо. Вот. Это все чувствуется. Мы чувствуем друг друга, мы чувствуем себя. И это взаимодействие происходит между нами. То есть мы не какие-то отстраненные, да, вот такие,
как одиночки. Нет, мы все взаимодействуем, каждая частичка Вселенной взаимодействует. И поэтому духовный рост – это еще о взаимодействии, о том, чтобы чувствовать друг друга и действовать как единое целое, как единый организм. Давайте сделаем практику, как уже это принято в наших видео. Просто закройте глаза, почувствуйте пространство, почувствуйте себя в этом пространстве, ваше тело в этом пространстве. И почувствуйте, кто вот прямо в данный момент направляет на вас внимание, да? Вы можете это почувствовать, то есть, будто это ваши близкие или родные, или наоборот, какие-то недруги, враги, да, то есть, почувствуйте это, и вы увидите, да, вот прямо сейчас почувствуете, какое это воздействие, как на вас влияет, то есть, что вы чувствуете. Будьте открыты ко всему, какие мысли, ощущения появляются, и, там, может быть, что-то появляется, какие-то ощущения в теле, там, в уме, да, какие-то приходят суждения, да, эмоции. Все, будьте открыты ко всему, что приходит. И когда вы почувствовали это максимально глубоко, да, сделайте глубокий вдох и выдох и сделайте практику принятия, которую мы делали вот в прошлых наших демо-сессиях. То есть, несмотря на то, что... И дальше опишите ощущения, которые вы чувствуете, мысли, эмоции, телесные переживания. Вот, например, несмотря на то, что я чувствую состояние безжизненности, я принимаю и люблю себя, свое тело, свою личность, и это состояние безжизненности. Вот, или, то есть, то, что называете, то, что вы чувствуете, какие у вас есть мысли, ощущения, эмоции. И вот в таком плане, да, сделайте в отношении всех ощущений, которые у вас есть, всех ощущений, мыслей, эмоций, переживаний. Вот. И когда вы это все полностью примете, наступит принятие, вы почувствуете такое состояние как бы наполненности, целостности, облегчения, вот, то тогда наполните это пространство, которое вы почувствовали, создали любовью. Вот. И в этом состоянии вы увидите, что, ну, что вот оно изменяется, да, то есть что оно качественно меняется, что вы не просто убираете оттуда какие-то негативные восприятия, а что происходит качественные изменения с вашего состояния и состояния пространства вокруг вас. Вот. И когда вы это чувствуете, то это в действительности происходит. То есть очень важно доверять себе и своим ощущениям. И как раз в процессинге, когда я провожу человеку процессинг, я ему помогаю повысить свою чувствительность и уверенность. Потому что это очень важно, когда человек чувствует и повышает свою уверенность, то у него изменения происходят гораздо быстрее, гораздо эффективнее. Потому как любая технология, любая техника, которая работает с сознанием, да и вообще в жизни, она зависит от вас и вашей уверенности. То есть как вы можете ее применить и использовать. То есть чем больше у вас уверенности в результатах, тем быстрее и лучше она сработает. Если у вас нет уверенности в результатах, то никакая чудо-техника не сработает. Только когда у вас есть уверенность. Поэтому, когда я делаю процессинг, я взращиваю в человеке уверенность в том, что это сработает. И я беру на процессинг тех людей, которые готовы двигаться по пути духовного роста и которые действительно чувствуют в себе вот эту силу, уверенность, что это им поможет. Вот поэтому, друзья, если вам хочется двигаться по пути духовного роста, вы хотите изменяться, улучшать свое состояние, то пишите мне, все мои контакты будут указаны в описании к этому видео, вы можете написать мне в любой соцсети, которая вам удобней, и записаться на консультацию. Она будет бесплатной, мы пообщаемся, вы расскажете о своем состоянии, я расскажу, как можно его улучшить. Потом, после консультации, мы сможем уже сделать сессию процессинга, где мы уладим ваше состояние и справимся с ним. И дальше будем двигаться по пути духовного роста, чтобы увеличивать осознанность и дальше улучшать состояние. Вот. Если это видео вам понравилось, поставьте, пожалуйста, отметку «нравится», это палец вверх. Подпишитесь на мой канал, если вы не являетесь его подписчиком. И включите колокольчик для напоминания о новых видео, они выходят на моем канале ежедневно. Также, конечно, добавляйтесь в друзья в соцсетях, я буду рад коммуникации, общению и новым друзьям. Вот. И, конечно же, если захотите поддержать канал, то также все контакты, реквизиты в описании. Там же и мои книги «Полное исцеление» и «Миры вечного познания», которые вы можете скачать, прочитать и применять в своей жизни.
Я вам желаю счастья, гармонии, удачи. И посмотрите те видео, которые открылись на вашем экране сейчас. Там же и мой сайт. Можете изучить информацию и узнать больше обо мне и об Академии Счастья. Всего вам доброго, друзья, и до скорой встречи!